Всем привет, с вами Серега. Слишком много людей в последнее время говорят о том, что зарегистрировали аккаунт, но ни кредитов, ни короны не присылают. Такого быть не должно. Поэтому давайте попробуем поставить вот такой вот эксперимент. Зарегистрируем сейчас новый аккаунт. Посмотрим, что получится из этого. Пришло письмо. Переходим по ссылке. Аккаунт все good, говорят нам. О, 1001 человек. На сервере. Сервер is full. Беда-то какая, ё-моё. То есть вместимость сервера ограничена 1001 человеком. Ё-моё. Ну давай, ну свалите кто-нибудь, ё-моё. О, 1000. Быстренько, быстренько. Надо успеть заскочить. Но, есть контакт. Так, давайте выберем какого-нибудь персонажа, дадим ему какое-нибудь имя. А какое имя? Я думаю, ему вот такое подойдет. Пойдем сразу в туториал. Сука, ты больше мешаешься, чем помогаешь. Я от бабушки ушел, я ушел от дедушки. Мне самому. Вообще, как бы на самом деле есть такой, я не знаю, то ли глюк, то ли это уже закономерность, что теперь нужно пройти не одну тренировку, а все три. И после тренировки на инженера все это должно срастись. Не знаю, ну вот там даже кто-то комментарий написал, что пришел даже не за инженера, а за тренировку. И все срослось. Дали короны, кредиты. Не знаю. Ну сейчас найдем какую-нибудь тренировку. Сбегаем туда. Может быть, Лешку еще. Сколько там надо? Чтобы открылось на инженера, не знаю. Ну, в общем, все попробуем. Да, иди.
бесконечно, и не пали контору, бро, не вопрос. Народу много, один микро. Молодым нужна дорога, мусорам бабло. У меня нету ни того и ни другого, но Москву и Питер строго прокачаем всей братвой. Ну вот, первое обучение закончено. В разфокусе все, кроме отражения. Я мишень без права на ношение. Как на ноже, но на ноже уже не я. На ноже чины и положения. Я на расслабленных шинах. Я на шикарных машинах. Отвечу я на вопрос, то я наркоз от твоих слез. Где-то мать одиноко растит дитя, где-то знать попивает ром. А знаешь, бро, это такая чепуха, хотя скажу, этим пропитывается нутро. Трогаю женскую грудь и как-то легче. Трогаю женскую грудь, она же лечит братья. Раны пацана одинокого в стиле. Стили распяли или пригвоздили. Великомученик на расслабоне. Ничего не понял. Чему-то учит, но чему не понял. В этом законе все как на ладони. Черное и белое в одном флаконе. Я на самотек все пускаю и может... Как видите, все отлично работает. Я не знаю, может быть, до этого кто регистрировался, может быть, временные какие-то глюки были, но на данный момент, на 17 апреля, получается, в 5 часов по Москве, все отлично, пожалуйста, регистрируйтесь, будут вам с небольшими тормозами, правда, но будут и кредиты, и короны. Ночами пьяный, я на скромном приторможу, гляну. Я наберу тому же рыжему пани. Я наглый, взорву джойн прямо у него в тяне. Я на самом деле коронки. Не расстроен за коляна. Я наоборот спокойно, он живой, это главное. Я надеюсь, что его там накроют правильно. Я наконец увижу того, на кого ставил я. Я настолько загулял, что пропала жена. Я на мосту доверял, не дождалась, ушла. Я наивно решил, что все прощать должна. Я нарисовал в ее жизни кошмар. Я намекал, что еще все подумать отлично. Нужно. Я нафига. Не знаю, ребята, в общем, пробуйте. На данный момент все отлично работает. В коробке только тормозят всегда. Ну, в общем, на этом видео можно заканчивать. Пробуйте, регистрируйтесь. Заходите, смотрите. В общем, всем всего хорошего. С вами был Серега. Подписывайтесь на канал. Большие пальцы вверх. Всем удачи.